Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Опять уколот Авито. Это второй раз лепил. Второй уколот Авито. Поросятам 3 недели. Это петренчики у нас. Ну, в общем, все как всегда. Проколем их по 2 кубика. Зимние сидения между уколами. Делаем. Ну что, поехали. Давай мы сразу 2 белых вот этих уколем. А потом разноцветных. Поросятки у нас набирают не по дням, а по часам. Ну что я такая? Трошки замазал. О, какой витамин. О, стой, еле лезет. 2 куба. Он очень этот самый маслянистый такой, поэтому шприц лучше брать его кубом больше. Вот 5-ку, надо было 10-ку, наверное, хотя там иголки одинаковые, да, у всех? После первого укола поросятки, ну, как бы, даже визуально видно, что, ну, хорошо подействовал, прямо на глазах растут. Ну, поэтому 2 куба. Воздух выгнали, чтобы не за это самое. Пойдешь? Я пил, да, вот этого я хочу сейчас. Вот, смотрите, какой здоровый лось. Это они еще толком не едят, маму сосут. Шприц занять на всю глубину не обязательно. Но если зайдет на всю глубину, не смертельно. Как бы укол делается, может быть, и подкожная инъекция, и внутримышечная. Но не критично. Давай уже. Да снимаешь. На хамно не направляй, не снимай. Я на Казани была в кучу твоих всех. Сейчас. Он, видишь, без хвоста. Самый упитанный. А я на видосе одно показывал, говорил, у него скоро хвост отвалится. Отвалился. А у них, получается, я заметил, вот у петренов, вот именно вот этих вот, которые мышцы, как у культуристов. Да, я понял, сейчас это возьму. А вот этот был у нас с жопой отбитой. Жопа у него все наладилась. Стал он нормальным. Ну, не болезнь для них. Если вы найти выписывать этот интровит, он вообще там стоит копейки. Я даже находил, и, по-моему, и по 140 гривен. Хотя, может, это 50 был. Да нет, сотка, наверное. 100 миллилитров. Короче, ну, я покупал 240 в магазине стоил. Тут, может, еще зависит от производителя, да? Да. Это самое. Повторюсь, в интровите аж 14 витаминов сразу вы колите, поэтому есть смысл затратиться и раз приобрести. Смотри, какой здоровый. Да, хвост у него недавно отвалился. Я замечал хвосты, но часто у этих. Вот у них, наверное, и этот. Обрезают, купируют хвосты. Стой. Батько знає, що робить. Не бійся. Ба, у тебе якухи сразу повставали. Будешь как настоящий мужик. Ой, осталась девочка, самая милая. А, девочка у нас травму получила. У нас же до последнее время опоросы без приключений не бывают. Сейчас я покажу. Слушай, девочка, копия Машка вот была, помнишь ее, прабабушка. Тоже бородавки вот эти вот.
Вот смотрите, какая у нас рана. Кстати, Люфа, притащи эту синюю. Так она у нас. Едофор. Не синюю, а едофор. Да принеси сразу, мы уходим. Ты ж последняя уже. Сейчас. Ну что, на кого ляпнуло? На всех. Повторим. Куб только влез. Я заметил. Витаминки. Какая скорбинка. Сука, 14 штук сразу. Ну я же виноват, выскочил. Он туго идет, капец. Притащи, Илюха, едофор, пока сходи. Да что ты? Да? Коли это свиноматка копыта наступила. Оно ж тут темно. Да и не тупые елки. Давай я хвост вот тут. Ну, вообще все операции по улучшению уровня жизни, качества жизни мы провели. Поросятки будут продолжать расти у нас. И скоро мы их уже выставим на продажу. Этот выводок вообще прикольный. Такие патрены отъявлены. Ты такой здоровый, бесхвостый. Он так быстро рос, что аж хвост откинул. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.